Всем привет! С вами канал Стофики и компания, и я Саня. Сегодня у нас суббота, очередной выходной, и мы, как всегда, поехали на рыбалку на нашу любимую реку Печора. Сидим также в том месте на огромную сорогу. И мы приехали на снегоходе Yamaha Professional вчетвером. Это вот Калюнька, его сын Саня, Калюнька Саркози, ну и я, ваш покорный слуга. Сейчас у нас темно, потому что мы выехали в 7 часов утра, расцветает у нас часиков 9-10. Мы сидим с нашими фонарями, вот смотрим, отдыхаем. Клев начнется у нас через часик где-то. Некоторые у нас уже спят, вот они. Ну ладно, до встречи, как говорится, на клёве. Я не знаю, клёво будет сегодня или нет. До встречи в Берлине. Потому что клёво было вчера. У нас уже рассвело, и можно сказать, что рыба активизировалась. И мы начинаем потихонечку рыбачить. И первые поклёвки у нас у Сани. Опачки! Вот такие вот у нас крокодильчики ловятся. Клюнула эта красота у нас на опарыша, но мы и ловим не только на опарыша, а еще и на червячка и на тесто. Тесто такое интересное, оно так замешано с мелассой. На Украине очень сильно хвалят ее. И оно стало таким не белым, а немножечко такое коричневатое. На запах она такое чуть-чуть напоминает подсолнечное масло. Ну, в общем, сейчас я тоже заряжу и попробую порыбачить на него. Вдруг покатит в нашу зимнюю пору. Ну, конечно, и Калюнька не хочет отставать. Смотрю, поперла у него, поперла. О, хорошая. Вижу, это у тебя на... верхний крючок. На оранжевую мормышку, да? О, пошло дело, смотрю, пошло. Чё, Калюнь, маленькая, да? Маленькая такая, маленькая. Ну, ты гля, неугомонный, что ли? Гля, как пошло у него. О, и Санёк туда же. Я смотрю, только вы одни сегодня рыбачить будете. Церемония, да? Опа, лещ. Так. А че ж ты у меня молчишь? Неужели тебе мелассы? Так, стоп. Мужики, так не спугните, у меня что-то пошло. Вот это... молодца. Риба так риба. Всем рибам риба. Это видишь, как на эту самую попёрло, на мелассу. Ох, ёпарасоте. Опа, иди сюда, дорогая. На тесто тоже? Да, да, да. Это все на тесто у меня. Ну, честно говорю, у меня с опарышем тесто. О, и Калюнька уже начал тоже рыбачить. Я хотел чай пить так-то. Новый термос. Оба, оба-на. Санёк свой термос сегодня испытывает. Ну, давай наливай тогда. Метнем жижу своего термоса. Ух ты! Хоть пожиже, хоть поглуще. Вон сколько уже рыбёшек уже. Ой, как приятно. Давай, давай, родная. Начинай расклевываться. В лунку не уехала. Да, неприятно будет. Да, она может.
В лунке уже что только не похоронено. Телефоны похоронены, камеры похоронены. Да, не говори. Не хватает. Приятно, да, Калюнь? Давно такую не рыбачил. Это первый раз же, да, у тебя получается? В этом году. Да. О. А что сделать? Работа. Мне же надо отапливать город. Ну да. Газом снабжать. А он бы взял. Ну, если не мы. У него турбодвигатель. Хорошая, хорошая. Лучок. Какула, блин. Какула? Какула, да. Какула, каракула. Не ходите, дети, в Африку гулять. Что делать, когда рыба не клюет? Надо самому поклевать. Салатику будешь? Дай мне сало. Я просто не видел там сало. Да не видел. Да не видел. Как я сало не разглядел? Да. Не разглядел. Странно, да. О, бутербродик с салом. Ой, чудненько. Итак. Ой, как хорошо здесь отверху оказывается. Да в нашей палатке 4Т лонг. О, как хоромы. Стоишь во весь рост, пофиг. И Саня все ловит и ловит, ловит и ловит. Может быть, его домой пешком отправить? О, у нас еще и дождь пошел. Пипец. Опа, 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 опачки, опа, пуленьки. У папуленьки не клюет. У папуленьки. Опа, сижок. Вот он какой, маленький-маленький сижок. И клюнул на Колькину снасть пятизвездочную. Да я вот и говорил, то, что раньше как-то рыбачили, да любая... Мормышка, а сейчас да, уже тоже привередливая стала. Я раньше что-то, блядь, опять не там. Поменяйся, Санько. То есть всем предложение сейчас выйти и отлить, да? Да, может быть, кому-то попрет. Язёк! Язёк! Раз, как я его вовремя поймал-то! Так реально, и мужики-то ловят! Хороший язёк, хороший! На мелансу, на тесто! На тесто? Ну, и опарыш! На этом мы заканчивать будем нашу рыбалку, потому что уже начинает темнеть. Клев, конечно, был сегодня не ахти. Если точнее сказать, то как не клевало, так и не клюет. Поймали вот столько вот рыбы. В общем, собираемся и едем домой. Смотрите нас,
ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофити и компания. Я Саня. Пока.